Очередной окунёк на Active Slug. Вот, кстати. А, нет. Мы сменили место. Я использую Crazy Fish Tipsy карамельки. Вот. Tipsy – это соблазн, мимо которого не проплывет даже самый сытый и вялый хищник. Этот слаг относится к классу пассивных приманок и раскрывает все свои возможности на рывковых проводках, соблазняя не только хищную, но и мирную рыбу. Tipsy остается привлекательным и на паузах неподвижно лежа на дне, проявляя все прелести съедобного силикона. Все это благодаря аттрактантам, которые используются во всех приманках Crazy Fish. Tipsy производится в 4 аттрактантах – анис, креветка, жареный чеснок и кальмар, что дает возможность подобрать не только оптимальный цвет, но и запах для конкретного водоема и его обитателей. Очередной окунь. Я поменял цвет приманки. Вода в водоеме очень прозрачная, светит солнце. До этого у меня была яркая приманка, я решил поставить более темную. Ну и поклевки увеличились. Какая приманка? Увеличилось количество поклевок. Приманка Tipsy, Crazy Fish Tipsy. Признай, если честно, ты договорился с местной рыбой? Да, через Crazy Fish Tipsy. Щука клюнула на наноминову. Вот так вот. Скажи про освещенность. Она выпущена расти, чтобы снова пойматься на виброворм, к примеру. Я думаю, что многие рыбаки, посмотрев на эти силиконовые приманки от торговой марки Crazy Fish, по достоинству их оценят. В первую очередь, конечно же, цена. Цена украинская. Но, как я в такие случаи всегда говорю, выбирать, конечно же, вам. Но программа «Приключения рыбака и охотника» рекомендует вам Crazy Fish.